Я вас рад приветствовать, друзья. Мы продолжаем проходить Fable 2. И у нас сбоил портал. Теперь мы находимся одни где-то в непонятном болоте. Итак, где-то здесь горгулья есть. Помимо горгулья здесь будет еще множество опасностей, которые мы будем сейчас искать. Ага, вот она, вот она, вот она. Посмотрим, как ты стреляешь, если умеешь. Отлично, 25 горгулей уничтожено из 50. Что нас ждет? Хочешь бесплатный совет? Тогда открой глаза, убийца. Совершенно непонятно, но явно ничего хорошего. Так, еще где-то горгулина. Пес что-то нашел. Прямо здесь. Может, конечно, попробовать выстрелить меня? Аметист. Конечно же, мы попробуем. Вот она. 26-я будет. Вы помните эту деревню? Мы уже были в этой деревне, просто немножечко в другом измерении. А так район и расположение все одно и то же. $400. Источник тумана где-то на болотах. Он мешает тебе. Найди этот источник и уничтожь его. Вот они, банши. Добро пожаловать в ад. Отлично. Готово. Отлично. Вправду отлично. Смотри в оба. Вдруг это не все. Будь осторожней. Из-за тумана наша связь может снова прерваться. Так что это такое? Какие-то белые светящиеся огни, как будто души. Но здесь реально очень мрачное и зловещее место. У меня волосы дыбом встают. Итак, нам сюда. Здесь был дубовый дол, но как все изменилось с тех пор, как я была тут. А это было очень давно. С тех пор случились страшные вещи. 600 лет назад разбойники напали на деревню и полностью сожгли ее. Отлично. Выжившие отстроили все заново, но новая беда уничтожила их окончательно. Эта угроза пришла изнутри. Местный парень, совершенно бесшабашный, заключил сделку с силами тьмы, а они потребовали жизни всех остальных как плату. Всю его семью, его друзей, всех, кто был ему дорог. Ума не приложу. Так, где-то здесь горгулья. Болото поглотило деревню, и от дубового дола осталось лишь горькое воспоминание. Она где-то спряталась. Но где?
Вот она. Так. Ну, смотришь, как баран на новые ворота. Ну что ж, ребята. Отлично. Сейчас мы немножечко отойдем. Я ее нашел. И уберем. Отлично, 27-я. Ух ты, многовато вас здесь, ребята. Еще сундук. Обожаю сундуки. Крепкий эликсир воли. Давайте зайдем в предметы. Эликсир. Так, там еще был один, по-моему, один, вроде бы, эликсир воли. Так, сильный эликсир ловкости. Обязательно нужно их выпивать, потому что от этого зависит наш опыт. Да, и повышение навыков. Вот теперь мы можем повысить скорость. Да. Теперь наш урон скорости еще стал лучше. Сколько же у меня еще не выпитых эликсиров оказалось? Интересно, если я выпью эликсир жизни, что он нам даст? Да, посмотрите, да? Жизнь увеличивается. Стала еще больше шкала, хотя у меня еще есть он. А ну, как-то пить не хочется сейчас, да? Хочется его приберечь, вдруг понадобится. Одной магии получается мы ее успехи. Выносим. Позади полпути, моя. Не заметил, что такая чудо. Ну вот и еще бойня. Есть.
Так, 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 дорогуша, где-то ты здесь. Вот она. Нет, 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 они идут ко мне, но мы успеем. Двадцать восьмая горгуля. Просто ружьем их убрали. Очень интересно, здесь тоже есть какое-то озеро, возможно, здесь что-то есть из сокровищ. Две тысячи золотых. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот она, банши. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть. Мало кому удается уйти живым от банши. Иуце почти в безопасности. Еще сундук нашли. Здесь богатое место на подарки. На сокровища. Рубин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это тролль. Такого тролля мы еще не видели. Ох, он явно нам недоволен. Только на это посмотрите. Бедный пес. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ладно, ладно, ладно. Повоюем. Пустотелые. Есть. Хорошее попадание. Вы посмотрите, пустотел его сам бьет. Как так получается? Так, 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 так. Явно недоволен. Есть. Попали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попали. Отлично. Еще чуть-чуть, смотрите, как мы тактику выбрали. Бедный пес.
Я думаю, что еще пару выстрелов. И дело в шляпе. Ну, один фурункул осталось уничтожить, и он будет наш. Тяжело, тяжело придется. Есть. Итак, этот самый громадный тролль, который вообще был в игре. Так посмотрите, там есть ключ серебряный, но как его оттуда забрать? С этой стороны нам никак до него не дотянуться. Может быть туда как-то можно пройти? Да, пса нужно-то полечить. Ну, иди сюда. Ну, куда ж ты, а? Так, отлично. Вот здесь есть проход. Хотя он нам не... Не по пути. Дверь заперта. Да, мы здесь не сможем сейчас пройти. Значит, идем туда, куда можно. Отлично. Еще гости. Ну так давайте. Я вас рад видеть. Это все? Так, тут все заперто. Черная гавань, 60 миль, 15-часовое путешествие пешком. Ну, я так понимаю, что мы сейчас очутимся в Черной гавани. Правда, зачем нам это? Центр города за следующим холмом. Ну что ж, друзья, давайте закончим эту серию. С вами был Никита, подписывайтесь, всем пока-пока.